что тебе цветы? Мне пистолет? Ну я вообще задействован, да. Тебе фонарь оставить? Так, берем сейчас, берем вдоль стенки на 3-4. Кто? Готов? Давайте ее. Заносим тогда вот в эту. Подожди, в какую сторону лучше сейчас? Давай. Вот в эту сторону заносим. Друид! Слева! Слева один! Все, 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 хорош. Заталкивай. С левой стороны его ёбнут. Неизвестно. За колонну и поднимать её? За колонну надо худого. Ее надо сначала туда занести. Поднимать сейчас будем ее. Яму смотришь? Я если опять сниму, такой готов у тебя. Пройду Коля. Подожди, он здесь вот высовывался вперед. Куда вы? Зачем? Ну что, вы там возьмете кого-нибудь, хотя бы поставьте. Ну ладно, тогда я сам один. Возьми верхний, я сейчас пройду туда. С верхнего яруса возьму. Я просто, по крайней мере, стану за колонну. И почему я не смогу один? Сейчас туда не мешается, видишь там, бля. Ствол у тебя смотрит вправо. Я просто ее поставить покрышек накидать. Как я хотел щель забьем между стеной и колонной. Оттуда будет прилетать, надо обе стороны забивать. Ну, обе забьем. Давай, тоже идея хорошая. Инженерная группа, бля. Все, минус. Следующий. Джей, скажешь, как готов? Там у него минус уже один. А, нашего ёбаного? Да. Запусти еще кого-то. А давай ты... Да, я, подожди. Да, я вместо него с пистолетом пойду. Давай, да, да, да. Он снизу работает? Джейк прошел за колонну. Снизу, если он снизу, значит. Он снизу в этой яме был. В яме? Да. Егор, он в яме! Да! Я понял. Слева у него бойца на стороне не вылез! У вас слева противника видели! Блять, это одному из них подвинешь ее. Да как ты туда пройдешь, блин, заложить неудобно, блин. Никакой задачи у нас нет. Куда к тебе? С приводом кто-нибудь к Жику, давайте. Давай одновременно с двух сторон. Впереди сюда покрышку и поставим. Там место, направо, место под одного. Право, право держим, да. Нет, иди ты слева, я справа одновременно. Там место под одного.
Да, ну, он сейчас надо Ярик. Нет, вот это хуйня все, короче, блядь. Это бесполезняк. У меня нет привода. Я отдал. Ярик, если ебан закрепился, иди вперед! Локоть! Да там бедлам, блядь. Вам двое за одной колонной. Мужик. Бошку просим. Это подсказка. Локоть левый прижми. Там есть за кого нахер? Один наш? Там даже еще. Еще за второй за кого нахер? А где контрабас? Контрабас ушел на кусты. А здесь кто? Не знаю, как. Слева минус один. Может, где один минус один остался! Ярик, а где он слева? Справа, справа противник остался, но может перемещаться! Один закрывает! Зан, тебе сильно фонарь нужен? Возьми у привода плитку. У этого привод. Дайте я пройду в яму попробую. Опа, молодец. Ярик, смотри сектор. Давай я с пистолетом зайду туда. Можешь вставать, давай, давай. Потому что мне кажется, он в яме, только туда дальше, блядь. Направо. Да, ну, потому что в комнате, скорее всего, пусто. Давай я засвечу яму, зам, давай на мое место. Не-не, нормально, светит, все, вот, ты держи. Сейчас Энди пойдет. Тут проход сквозной. Да. Свои, Кость. Пять сек. Видишь? Мне будет, но нужно на правую сторону шум. Контрабас, мне нужно на правую сторону шум.
все туда. Сейчас я проверю точно. Смотри, короче, там внизу дырка. Если ты будешь высовываться, ты не засветишь его, и его не увидишь. Он, если он захочет, он тебя снимет. Просто по чуть-чуть иногда стреляй туда. Вниз. Да. Давай я тебе определю, покажу туда. Видишь, она ее? Видишь ее? Есть идея, как в дырку залезть мне, как думаешь? Можно только посмотреть, слева у хомяка одна дырка есть. Тут вот с Иваном стороны, вот с этой стороны. Я попробую, там прикрытие просто нужно. А? Чуть не забивай. Да, я вас оттуда снимал. Нет. А? Вон, вот себя командир есть, спрашивай его.
возьми дырку на простыл. Вот с этой стороны. С этой стороны. Эту дырку? Да. Не посередине только, около стенки. Да. Зан, было замечено движение в яме? С какой стороны? С правой стороны Занты? Тебя как зовут? Француз. Я сейчас вниз. Я вниз. Сейчас, подожди. Аккуратнее, с левой стороны в яме энд. Противник и энд. Как принял, Тран? Француз, скажи, что в яме тоже я еще. Транту скажи, что в яме еще наш союзник. Я здесь. Ну то, что я здесь, скажи им. Свои, блядь! Да ты все равно не попадешь в жизни, блядь! Да все, попал, теперь попал. Молодцы они, блядь, Транту сказали, блядь, здесь я, блядь, а не чужой, блядь. Конечно, вон, блядь, за кого он стоит. Что? Снимаю их. Ну она на самом деле. Достаточно просто одному чуть-чуть запрыгнуть, но она простреливается насквозь, Но она простреливается насквозь, так что если меня Олег убил, он и прострелит всю ночь.
А я пятерых в прошлый раз не колбасил. Снизу. В районе, да, пятерых. Вообще так прям по одному выстрелу. Шеди, что ли? Шеди, ты, да? Пипец ты, кабан, больше, чем я, не можешь пролезть. Коль, смотри, тюлени. Морские котики. Спецназ. ЮСА. Все,
кормил меня, ты бы начал попадать секунд 5 спустя, как я начал орать. А? Ну, ну да, потом да. Ну ты вообще кадр. Это так не делается. Ну ладно, первый раз что-то. Считайте врагов мертвых. Да нет там никого мертвых, убили все. Не надо было прыгать. Надо было комнату убивать. Бенчик, ты чё, всех убили, э? Контрабас, ты чё? Ты чё, не видишь его? Вон он сидит. Вон, смотри. Видишь? Вон, в комнату смотри. В комнату. Отойдём. Да, бедлам, бедлам. Межкомандная дезориентация, я бы так бы это назвал. За 3 километра от боя находится, не видит нихуя. Это тебе стекло, да, это твоя? А нет. А это в Жиковской. Слушай, а нормально у него видно? Я-то думал херово. Да, да, у меня есть такая тоже. Может полирует каждый вечер. Хорошо, что сказал. Вот это вот что такое, я не понимаю, вот это, блядь. Бенчик! Бенчик, 5 баллов, молодец! А вот Зан. Разница. Разница в скилле какая-то. Я что-то заморочился, короче, что не доложили, что я там, я, короче, посмотрел, чисто было вообще вот это пространство. Забыл про вот эти две. Да. Вот, посмотри, что творится. Посмотри, что творится. Ближе подойди! Ко входу, не бойся! Да хорош вам, блядь, подсказывать, а, блядь, вы уже дохлые там. Дохлые, не ли. Ты что такой агрессивный, а? Самый большой, что ли? Да, он самый большой. Драться хочешь? Не, ну самый эпик убийство, это вот он лежал. Шэдоу нам плюс. Дим, Шэдоу, где Шэдоу? А тебя как убили? Вот, вот товарищ лежит, вот он по прямой в него за колонну. Блять, как можно было в дверь промазать? А? Тишина! Не кричите. Дайте послушать. Бенчик, молодец! И здесь он. Дайте я снимаю хотя бы эту картину для Бенчика. Смотри, Бенни, сколько тебя тут штурмуют, блин. Вроде рикошет был. Мне кажется, рикошет был.
Мэнчик 7 баллов уже, да? Бенни не выдержал. Блять, да они так стояли здесь сладко. Ну ты молодец, красава. Задействован, Жан. Тебе фонарь оставить? Жан, берем сейчас, берем вдоль стенки на 3-4. Кто? Готов? Давайте ее. Заносим тогда вот в эту. Подожди, в какую сторону лучше сейчас? Давай, вот в эту сторону заносим. Друид! Слева! Слева один! Все, 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 хорош. Заталкивай. С левой стороны его ёбнут. Неизвестно. За колонну и поднимать её. За колонну надо худого. Ее надо сначала туда занести. Поднимать сейчас будем ее. Яму смотришь? Он здесь вот высовывался вперед. Куда вы? Зачем? Ну что, вы там возьмете кого-нибудь, хотя бы поставьте. Ну ладно, тогда я сам один. Возьми верхний, я сейчас пройду туда. С верхнего яруса возьму. Я просто, по крайней мере, стану за колонну. И почему я не смогу один? Сейчас туда не мешается, видишь там, бля. Можно ее поставить по крыше, прикидать. Как я хотел щель забьем между стеной и колонной. Оттуда будет прилетать, надо обе стороны забивать. Ну, обе забьем. Давай, тоже идея хорошая. Инженерная группа, бля.
минус. Следующий. Джей, скажешь, как готов. Там у него минус уже один. А, наш район? Да. Запусти еще кого-то. Давай, да, я подожди. Да, я вместо него с пистолетом пойду. Давай, давай, давай. Он снизу работает? Жик прошел за колонну. Он снизу. Если он снизу, значит... Он снизу в этой яме был. Да. Егор, он в яме? Одному из них подвинешь ее. Да как ты туда пройдешь, блин, заложить неудобно, блин. Никакой задачи у нас нет. Куда к тебе? С приводом кто-нибудь к Жику, давайте. Давай одновременно с двух сторон. Впереди сюда покрышку и поставим. Там место, под, место под одного. Там место пойдет под одного. Он сейчас надо Ярик. Нет, вот это хуйня все, короче, блядь. Это бесполезняк. У меня нет привода. Я отдал. Ярик, если Егор закрепился, иди вперед. Локоть. Да там бедлам, блядь. Вам двое за одной колонной. Мужик. Бошку аккуратнее. Это подсказывает. Локоть левый прижми. Там есть за кого на экран? Один наш? Там даже еще один. Еще за второй за кого на. А где контрабас? Рабас ушел на ту сторону. А здесь кто? Не знаю. Вот кого есть, сняли. Самой там подсказывает. Как случилось у вас? Все нормально. Слева минус один. Может, я один минус один остался! Ярик, а где он слева? Справа. Справа противник остался, но может перемещаться! Один закрывает! Зан, тебе сильно фонарь нужен? Возьми у привода, блядь, у этого привода. Дайте я пройду в яму попробую. Опа, молодец. Ярик, смотри, сектор. Давай я с пистолетом зайду туда. Можешь, давай, давай. Потому что мне кажется, он в яме, только туда дальше, блядь. Направо. Да, потому что в комнате, скорее всего, пусто. Давай я засвечу яму, зам, давай на мое место. Не-не, нормально, светит все, вот, ты держи. Сейчас Энди пойдет с пистиком. Тут проход сквозной.
сюда. Свои, Кость. 5 сек. Видишь? Туда. Сейчас я проверю точно.